Андрей, давай рассказывай про свою работу. Ну вот, в общем, посередине моего казино расположен бар. Подальше, спереди, вы видите, как там стоят бильярды, рулетки всякие, ну да, ну такие казиношные вещи. А чем тут бутылка сверху? Это, так сказать, дизайнерский подход. Вдруг какой-то человек не заметит, что это бар, вдруг он подумает, что это какой-нибудь игровой автомат.